Медведев отказался верить, что россияне топят дома дровами. Зампред Совета Безопасности, лидер Единой России, экс-председатель Совета директоров Газпрома Дмитрий Медведев заявил, что пока за границей переходят на уголь и дрова, россияне радуются газификации. Самое главное, есть улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну что называется, почувствуй разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова, но это не у нас, похвастался он, цитата от РИА Новости. Между тем, по статистике, каждая 15-я российская семья согревает дома и квартиры с помощью печей. Это около 4 миллионов домохозяйств. Согласно данным Росстата, за 2021 год 12% от общей площади жилья в РФ не оборудовано отоплением, то есть любым видом теплоснабжения, от центрального до личного или общедомового котла. Печи или электрические обогреватели отопления не считаются в сельской местности, дровами или углем обогревают 27,5% жилого фонда, в городах 6,5%. Самая тяжелая ситуация в Туве. Здесь на печном отоплении около 90% домохозяйств, в Забайкальском крае порядка 50%. В Бурятии 43%, Еврейский автономный 40%, в Алтайском 39%. Приводим данные профессора кафедры экономической и социальной географии РФ МГУ Натальи Зубаревич. А я вам напомню, даже в моем родном поселке, рядом с которым находится несколько газоперерабатывающих и газодобывающих промыслов, знаете что? Правильно, газификации нет. Например, так же, как и нет газификации в других городах, где рядом находятся промыслы, но газификации нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.